Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы играем на режиме SkyWars, это уже третья серия, я играю вместе с Владом, Влад. Всем привет! И, наверное, как вы уже заметили, каждую новую серию мы играем на новом обновленном режиме SkyWars. И с прошлого раза у нас обновилось то, что теперь можем выбирать классы перед тем, как начать бой. И я выберу Крипера, самый крутой, самый читерский, 4 золотых яблочки. Нет, самый читерский это лучник. 8 золотых яблочек, 16 стейков и лук, да? Да, еще есть помимо обычных классов, VIP-классы. Ну это уже нечестно. Да, и мы не будем их брать. Вот. Что ж, и помимо вот этих вещей, которые нам дают в ките, то есть, если мы берем крипера там или еще кого-то, еще есть вещи, которые есть в сундуках. Ну, наверное, если вы смотрели уже наши серии по SkyWars, вы уже знаете об этом. Влад. Ух. Можешь ты, пожалуйста, микрофон, просто какая-то фигня, я не знаю, это чего. Ага, отлично. Нифига, что у меня тут вообще. У меня алмазка. Ой, вообще там капец. Я броню всю свою снимаю нафиг. У меня столько динамита. А у меня 5 супер золотых яблочек теперь, охренеть. И у меня 6 динамита, кстати. Блок. Блин. А что, я не буду атаковать, я просто сейчас гейм заныкаюсь. О, я на дерево залезу и буду там сторожить всех. Слушай, а может друг другу? А ты где? Сейчас, секундочку, я тут просто убавлял тебя, тут слишком громкий ты. Я. Вот честно говоря, я в попе. Вот. Ой, я чуть не упал. А ты никакое дерево не видишь? Только большое. Такое большое, по мне тут стреляет со всех сторон, так страшно. Ты где? И вот просто дерево большое, дерево. Тут везде деревья большие. У меня самое большое, понимаешь? Все, хочу я полез на дерево, я буду там сидеть. Влад, серьезно, ты где? Ко мне строится чувак. Я съедаю супер золотое яблочко. А ты где? Ты... И сюда. За родину! За родину! За родину! За родину! Ты где? Ай, умри. Ты выживешь? Да, убил его. Красава. Блин, мне надо тебя найти срочно. Вижу кого-то. Прицел. Пук. Ты тоже есть лук, да? Пук. Прицел. Пук. Прицел. Пук. Ну, давай уже. Вот. Я на центре. Я на центр стреляю. Вот, а ты вообще со мной на этом? Да, вот я напишу, что в чате. О, я убил одного, видишь, написано? Да. Ау! Ой, ты живой? Да. Так, Сижок, я буду потихоньку строиться. Блин, главное не упасть. Главное... Ты, видимо, противоположной стороне, да? Ну, походу. Влад, ко мне тут два алмазника идут, ну помоги. Ну как? Главное не упасть, подожди. Они на меня отвлечены, я тут на них, я по ним стреляю. А если я супер золотое яблочко, они ничего делать не могут. Так, все, я бегу. Я где березки сейчас нахожусь? Ой! Меня кого телепортнуло! Это ты что-то взорвал? Пацан! Офигеть, знаешь, что произошло? Че? О, привет! Жак, привет! Повернись! Ой, боже, испугал! Смотри, короче, я бегу с островка, бегу. Бас, я телепортируюсь на островок, где динамит. Влад, я к тебе, эндроперовой. Не промахнись. Где я? Фух, я думал, ты уже вниз куда-то улетел. А скопай тут блок, пожалуйста. Вот я вот чисто. Блин, вот тут просто лесенка есть. Вот. А, вот тут! На кирки нет, сори. КП рукой все. Ага, ну. Ладно, я сам не КП. Я уж почти раскопал. Ну. Кристалла, лази. Фух, так. Давай строй защиту, все. Так, давай. Вон на том островке все взорвалось, видишь, дрыщ? Дрень такая. Где? О, посмотри. Вон. Видишь? Ну, папа, вон. А, да-да-да, вижу. Фух, я там как... Не знаю, какой терминатор шёл. А, ну у меня вот эти два алмазника, которые на центре. На меня хотели пойти. Сволочь. А ты тоже их не видишь, чтоб? Да. Они что там строят, а... Видимо. Ну, когда я поставил одинчанков... Я вижу стрелу только. И то, что они строятся, да. Это же просто такой сервер. Значит, они нас тоже не видят, это хорошо. Хотя, я не уверен. Так, смотри, у меня есть зелье слабости, зелье скорости. Сейчас... А у тебя меч есть какой-нибудь получше? А то у меня только... А, нет, у меня золотой меч. Заговорок нет, два. А у меня деревянный шар, посмотри. Нифига себе. Ой, перебегаем. Нифига себе. Не знаю, я хочу их убить. А я помню, какой-то топор был на дачу. А он тут тоже есть. Давным-давно. О, стрижек, справа добавили какие-то лидерборд. Видишь? Ну-ка, а что это такое? Так сейчас заметил. Я на третьем месте. Нормально? Влад, давай на центр пойдем. Они там что-то перекидывают, я только не вижу, кто это. Ой, попал.
Чисто в пустоту стреляю, еще раз попал. Еще раз попал. Ты куда стреляешь-то? Еще раз попал. Ты на центр стреляешь? Да. Вижу алмазика! Походу по зелям невидимости, да? А, вот я его увидел. Я увидел чувака. Шаг, знаешь, что? Попал. Еще раз попал. Еще раз попал. Ай! Они по мне стреляют. Да, блин, Жак, дай ко мне быстрее беги. А то им островке алмазник сейчас. По нему палю, сейчас убью, походу. На каком островке алмазник? На котором ты был. На котором... Я перебегаю, 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 перебегаю. Ты где? Так, еще перебегаю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сань, видишь меня? Подожди. Да. Тихо, Жак, осторожно только. Ой, динамит поставил случайно. Может, телепортанемся к нему эндерперлу и чпокнем? У тебя есть? Да ладно. Вдруг мы своих перебьем там. Не-не. Давай я золотым яблочком, супер золотым яблочком туда залечу. Жак, нет, не рискуй, подожди. Сейчас давай покосим еще немножко. Убил. Ну ладно. Так, все. Так, Жак, как тебе иду? Ребята никогда не убьют. А вот тебя могут. Сейчас прибавим. Вот, пожалуйста, не надо. Аккуратненько, аккуратненько. Как пчелка, как миленькая пчелка, как я. Так. У меня стак золотых яблок, прикинь. У меня 27. Так, Жак, у меня здесь зажигалка. Смотри, я беру так, значит. И поджигаю рисак. Ой, промахнулся. Тебе да. А что горит? Ладно, давай я на тебя Fire Resistance кину. Ой! Ой! Вон! Получай! Где? Да вон, на центре! А, это лох. Лох. Чайные алмазки. Конечно, лох. Я сам. У меня стрелы закончились. Так, ради. У тебя стрелы есть? Угу. Не дашь? Не дам. Да шучу. Пасябы. Так, еще вот. Еще вот. Тихо, ой, тихо. Съешь золото, супер золотое яблочко или. А мне его нет. На тебе одно. Шаг, дай себя ключи, сиди скорси. Так, ну спасибо. Если что, говори, у меня есть дофига зелья или чулки. Ну, хорошо. Можешь как-нибудь попытаемся к ним построиться? К ним? Или к нему? Их там много, что ли? Там двое. Так там двое. Вряд ли сойдем. Знаешь, что вряд ли? Вряд ли мы до них застроимся. И сойдем тоже. Не, сольём-то, мне кажется, сольём. Видел, как я твоё алмазик? Надо динамитом всё подстрелить. У тебя есть меч на заговор? Лук на заговор? Нет. Блин. Ещё бы ты тут долез, динамит поставил, ты бы там подорвал. Да, задрал. Слушай, у тебя тоже нет звуков, когда там, допустим, ты горишь или падаешь, там, не знаю. А у нас же Fire Resistance. Нет, вот когда дрался, я не слышал, как я бью. А, у меня всё, я сейчас палю, я слышу, что попадаю. Не, ну я тоже слышу. Нет, ну когда именно бьешь, вот попробуй меня ударить. А. Ударь меня. О, нету. Мне то же самое. Блин, что-то в один сюда какие-то вообще ужасные лаки. Не, хоть и версия мне нравится, но... Мне вот не нравится, допустим, что... Стоп. О, знаешь, что у меня есть? Что? Вот, сломай. Рукой. Вот, вот, вот это, вот, иди сюда. Сломай рукой вот этот камень. Это что? Круто, да? Это камень с монстрами, но почему-то монстров нету. Ну, видимо, их отличили. Вот. И получается, мы можем ставить камень, а его можно будет сломать легко рукой даже. Все, ну же, пока лучше не стройся. А вдруг нас... Я не знаю, что делать. Нет, нет. Знаешь, что самое страшное будет? Если нас скинут. Я им сейчас скину. Вот на центре, по-моему, есть этот топорик на откидывание. Ну, по-моему, он того пацана. Так, осторожно, сейчас я уключу. Да, у меня стак золотых яблок. Он меня отнимает, он меня даже сейчас ничего не отнял, прикинь. А вдруг если ты упадешь? У меня броня на Protection 1, Fire Protection 1, Blaze Protection 2, Fire Protection 2, Fire Aspect 1. И в этом дело, вдруг ты упадешь как-нибудь? А, упаду. Это будет довольно... опасно. И это возможно. Влад, я почти достроился. Подожди. Да иди нафиг, что ты меня стреляешь, равно меня ничего не отнимаешь. Так, знаешь, что я могу поставить динамит и зажигалкой подорвать. Это очень рискованно. Я могу еще отравление в него кинуть. Так, иди ко мне. Оп. Дополнительная доза. Спасибо. Он строится, слышь? О, красава. Так, отходи. Да пусть строится, что? Смотри, пусть строится. А,
Ай, не надоел меня стрелять! Одно хп мне отнимает. Шек, вместе! Помнишь, как я тебя выиграл и Артема на этом Скайварсе? Как? Он динамит строит. Я сломал их. Красава! Ты поджог? Нет. Смотри, он сам походу поджог. Пол. Один вообще без брони, смотрю. Шек, стрит, давай! Я как-то сделаю бункер на всякий случай. Так, сейчас, подожди. Ты смотри, что я сделал. По фэншую тут все, подожди. По моей команде? Прыгаем ко мне вниз. По моей команде ешь золотое яблоко, понял? Нет, подожди, я внизу тут застрял, а? Стоп. Я, в принципе, тоже 53 динамита. Тихо, он к нам идет. Шака, отходи. Да может по еще раз задыкаемся? У меня стрел нет, а черт. И че это? Ты понимаешь, в чем суть? Мы пещеру заныкаемся. И че? Улетел. Он, прикинь, поставил динамит, а я его сломал. Хотя сломал не из-за того, что я хотел его сломать, а из-за того, что я не хотел, чтобы он взорвал. Жак, у меня есть идея. Нет, у меня есть идея. Стоп, у меня есть идея. Отойди, пожалуйста. Отойди. Секундочку. Ну, пожалуйста, отойди. Да-да-да. Ты не дай бог ты это сорвешь. Ага. Ты так. Это. Стоп, у меня тортики дофигища. А, ну кидай к нему. Всё. Чё, давай, Полочка. Давай просто сейчас дорожку построю, подожди. Чё, у меня ещё зелье слабости есть, подожди, стой. Отойди. Оп! На. Что ж, может уже раньше вайпера пойду? Отойди, пожалуйста. Отойди, Жака. Я сделал дорожку. Погнали! Отойди. Я улетел, на остров улетел. Забегай в остров, я сыграю за яблочко. Я съел суперзолотое яблочко. Ай! Не убили! Я иду, я его убью. Убей его! Пощады не будет, сволочь! Пощады не будет, ну! Я его убью. У меня полный кто, Ты его убьёшь, надеюсь? Я щас не сломается. Ну. Он съел суперзолотое яблочко. А я съел суперзолотое яблочко. Я буду длинный пром. Ту-т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 у. Что, ты его убьёшь? Ту-ту-ту. Детекшн, да? Чё делать, я не знаю. Попробовал скинуть. Как? Перебеги на другую сторону. Он не хочет. Он не хочет уходить. Ну, умри же ты, сволочь! Ты его убьёшь, надеюсь? Нет, я в себя кинул зелье отравления, нормально. Ну, красава. Всё, у меня закончилось действие золотое яблочко. Пока. Всё, пока. Ты был хорошо. Шакай. Всё, меня убили. Молодец! Ну ладно. В общем-то, получилось довольно интересно. Слушай, а сколько мы снимаем? Минут 17. Это все было только один бой, минут 17? Давай еще. Давай. Все, давай. Нет, в смысле, еще в другой серии. А, окей. Ладно, давайте тогда. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу, подписывайтесь. Ну а с вами был Жека. И Влад. Всем пока.